Всем привет, меня зовут Мария, я студентка образовательной программы «История» Пермского кампуса Вышки. И совсем недавно мы с ребятами ездили на студенческую весну в Самару. Наша поездка была очень активная, яркая на события, но лично моя весна началась задолго до Всероса. Около месяца я готовила номер, учила фортепианную партию, занималась преподавателем по вокалу. Затем был важный этап краевой весны, участие в котором было крайне волнительно, так как я давно не выступала как аккомпаниатор и вокалистка в одном лице. И, честно скажу, я не ожидала никакого призового места, поэтому и получение награды, и поездка на всероссийскую весну были неожиданны и приятны. Это моя первая Росвесна в составе именно делегации Пермского края. В прошлом году на Росвесне я была в Нижнем Новгороде, но в качестве делегации именно Вышки. Конечно, когда ты едешь с профессиональной командой, с большой командой, у тебя больше знакомств, больше ответственности, больше встреч. И весна для меня — это классная возможность найти единомышленников, заниматься творчеством с профессионалами, выходить из зоны комфорта, что в итоге позволит тебе изменить свою жизнь к лучшему, открыть себе какие-то новые грани, попробовать что-то новое. Стоит отметить, что наши репетиции стали частью жизни, наверное, всех ребят, делегации на протяжении нескольких недель, но это невероятный опыт как общения с творческими людьми, так и налаживания тайм-менеджмента, что особенно важно в университете сейчас. Мне кажется, что попробовать себя в студвесне может каждый, поскольку направлений достаточно много, будь то вокал, танцы, оригинальный жанр, диджеинг, журналистика, видео. И это тот момент, когда ты, принимая участие только в одном направлении, в краевой весне, можешь раскрыть свой потенциал творческий и в других направлениях. Будучи вокалисткой, мне повезло принять участие и в показе мод, и станцевать с крутыми ребятами в нашей региональной программе в одном номере. Поэтому для меня весна — это важная часть студенческой жизни. И если вы однажды думали принять участие в студвесне, то это точно знак, поскольку именно Пермский край в следующем году будет принимать этот прекрасный студенческий фестиваль. Так что до встречи на весне!